все-таки определенная мотивация, сила для того, чтобы сыграть на очень хорошем уровне, тем более после такой хорошей победы, которая была в нашей предыдущей игре, в Лиге чемпионов над Локомотивом. Сегодня мы первую партию играли, во всяком случае играли. И частями, то есть частями, только частями. То есть, ну, постепенно нас тормозили до уровня нашего. Довели, мы стали играть средне абсолютно. В любом элементе ошибаемся. Мы можем не подать подачу, не принять или ударить непонятно куда. Это у нас есть пока что. Я недовольна, на самом деле, девчонками и собой в том числе, потому что были какие-то тренерские перемены, и, видимо, недоработали эти перемены, были не готовы к ним. Приема не было такового, то, что не могли ни первым темпом, ни комбинации сыграть, которым наигрывались. Это было все с приема, и подача была слабой. Сейчас, на данный момент, да, она уже была у нас в заявке, и в Анапу, в игре против Краснодара мы улетаем также вместе, то есть она будет с нами, значит, ну, может быть, куб предварительному этапу Кубка России, хотя, может быть, это будет раньше. Я бы с удовольствием делал бы данную перетасовку, если бы, скажем так, у меня была возможность не преследовать в каждой игре победу. Я знаю, что да, в какой-то момент нам потребуются, безусловно, наши игроки, которые сейчас находятся в запасе. Основное сейчас на данный момент – это наша игра, которую мы строим. Я надеюсь, что все-таки, наверное, через какое-то время, именно через тренировочный объем, безусловно, также мы будем иметь смену или время для какого-то отдыха. Настраивались на эту игру, потому что очень почетно играть против сильнейших. И, в принципе, над нами не давляет результат сегодня, так как понятно, что мы слабее. Но, тем не менее, мы настраивались, я настраивал девочек на борьбу, и она, в принципе, была. Я расстроена, честно. Я ждал другого, наверное, от команды. Но первая партия и последняя были уверены. Много ошибок. Очень много ошибок. Наверное, мы еще не достигли этого уровня, который Динамо Казань. Ну, будем стараться.